В минувшем году предприятия Севастополя заложили новые виноградники на площади в 158 гектаров. К настоящему времени площадь молодых виноградников в регионе составляет 846,24 гектаров, а общая площадь плодоносящих насаждений приближается к 4,3 гектарам, сообщили в пресс-службе правительства города. По словам главы департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрия Чумакова, закладке новых виноградников способствовало, среди прочего, появление в 2018 году новых фермерских хозяйств в регионе. Виноградарство и виноделие также являются ключевыми направлениями развития аграрной отрасли Севастополя в рамках госпрограммы развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя. Согласно дорожной карте, бюджет компенсирует севастопольским виноградарям до 80% расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками. В прошлом году объем государственной поддержки на эти цели составил порядка 140 миллионов рублей. Отдельной статьей для субсидирования является уход за молодыми виноградными насаждениями площадью в 785 гектаров. По сравнению с прошлым годом, валовый сбор винограда в регионе увеличился на 4,2% и превысил 19 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом, валовый сбор винограда в регионе увеличился на 4,2% и превысил 19 тысяч тонн. Рост урожайности связан с тем, что начали плодоносить виноградники, заложенные в 2014 и 2015 годах, сообщили в Аграрном департаменте Севастополя. При этом виноград урожая 2018 года имеет хорошие показатели кислотности и содержания сахара, что позволило получить более качественные первичные виноматериалы, которые в дальнейшем пойдут на изготовление тихих и игристых вин на местных винзаводах. По итогам прошлого года севастопольские виноделы произвели 16,3 миллиона бутылок игристых вин, реализовав к концу года 11,1 миллиона бутылок.